Искандер Арынбеков, по прозвищу Гагарин, первый космонавт, который полетит сегодня в космос. Зажигание. Эй, Радит, может, ты верблюжьим говно попробуешь, а? Ну да, видно. Ты, наверное, им голову мыла. Обломки упадут в 15 километрах в юго-западном направлении. Смерть поганым стервятникам! На Международной космической станции МКС Джули Махе принимала участие в установке матрешки, так называемого муляжа человека. Джули, I wish you a soft landing. I'll see you soon. Отвечаем, Олег, это слышно. Слышим вас хорошо, был небольшой перерыв. В коме она. А ты ее поцелуй. Ужирхана, и отвези ее на Байконур. Ты понял? Что с неба упало, то навеки даровано Богом тому, кто это найдет. Груши и ракеты, может быть, но не космонавтки. А я даю 70. 89. Она будет моей любимой женой. Так у вас уже 3 жены есть.